Всем привет! С вами канал Артмания. Дима уже занят работой. С раннего, прираннего утра. Дима уже работает. Снова залез на свою стремянку, да? Которую вчера выпросил. Да? И кушать еще банан параллельно. Будешь банан? Куда? Слез-то. Я думала, ты на лестнице будешь банан есть. Вот ты как он. Банан. Какой у Димы вертолет красивый. Дима банан ест, одновременно работает. Даже вертолет, перекусить где времени нет. Вертолет? На маечке нарисован. Вертолетик. Да-да-да, вот этот самый. У нас ветрено, но ветер тёплый. Надеюсь, вам не слышно ветра. А я на лестнице. Я работаю и жую. Да, работаю и жую. Работаешь? Куда смотришь? Там бабуля сажает что-то. Бананище. Огромнейший какой. Свекровь принесла откуда-то. Колупаешь? Мы дерево все, деревья все колупаем, колупаем. Второй год подряд, да? Их ни разу в жизни за 20 лет никто не трогал, не колупал. А теперь вот появился работник, который постоянно колупает, колупает их. Да? И внизу у нас там все валяется. Или нет? Кто-то убрал уже? И пол банана нету. Там у нас бабуля на карачках. Дуваны собирает. Интересно, из них, по-моему, варенье, кстати, варят. Или в чай, может, добавляют. Все чем-то заняты. Не хватает, знаете, посидеть. Каких-то гамаков. Лазмак я покупала в прошлом году. Но забыла привезти его сегодня. Надо какие-нибудь диванчики, креслица. О, молодец. Вот где молотком надо стучать. Правильно, молодец. Строителем будет Дима у нас. Да. Да, Димуль? Строить будешь дома, да? А можно мне гвоздик забить? Можно? Гвоздик? Ну, надо найти. Я не знаю. Надо где найти это. Сначала гвоздь. Бей надо пока. Найти. Бей пока так. Бей так пока. А то еще нет гвоздика, надо искать его. А надо купить. Надо купить еще, да. Подожди. По пальчикам надо другой стороной. Вот это я только... Шурупы вот чуть-чуть вбили. А дальше уже вкручивать надо отверткой. Да. Вон бы как. Вставляй. Вот. И вот, давай. Молодец, в эту сторону. Молодец. Смотри, смотри, бабуля, он вкручивает. Ты смотри, молодец какой. Вкручивает. Он. Сильный какой. Ну, молодец. Попадай так, чтобы она там села. Да, вот руками так. Держи. Давай. Вон. На, еще кусни. Яблок. Давай. О, молодец. Крути. Какой. Ух ты, ух ты, сильный. Получается. О, молодец, молодец. Молодец, молодец. О, какой сильный. Да сильный какой! Двумя руками. Вот. Теперь, чтобы в пазы попало, вставляй. Молодец. Давай я держу. О! О, молодец! Вот так вот вкручиваю. Молодец! Умница. Аж треснула вон там деревяшка, видишь? С этой стороны. Яблоко съел? Силы появились. Ну, он же спортом занимается. О, прыгает. Молодец. Одновременно ест и крутит. Ты до конца будешь докручивать прям шурупы? Молодец! Молодец! Ой, молодец! Слушай, какой ты сильный! Да ты какой сильный! Я думала, он не сможет. Смотри, что вкручивает. Молодец! Еще раз пазы попал. Вот так и научится. Так, давай. Ты уметь. Немножко вот сюда дави. Ага, все вот. Будет уметь. И крути. Ой, молодец. Слушай, он сейчас до конца докрутит. Сереже надо его на этом. Сережа, молодец. Он без Сережи все делает. Нет, я думала, ей потом.
Дима красит бочку. Чем ты красишь, сын? Бочку. Чем? Водой. Водой. Красишь бочку. Молодец какой. А чтобы она красивая. А, чтобы красивая была, надо красить бочку. Только там обычно краской красит. А ты водой красишь, да? Это водой. Еще вот зеленая, еще вот такая вот. Серая бывает, еще вот такая бывает. Угу. Еще давай, прыгай. Давай. Прыгай, прыгай. Прыгай, 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 прыгай. Вот так, вот так. Вот так. Прыгай, прыгай, прыгай. Да что ты, хитрый такой. Ты закрываешь. А, чтоб никто меня не видел, скажи, да? Да. Да, прыгай. Все равно видно через сетку тебя. Ты же меня видишь через сетку? Я тебя тоже вижу. Прыгай. А что так долго? Ну, так долго. Давай, прыгай. Прыгай, прыгай. Как зайка прыгает. Давай активно. Прыг, прыг. Давай. О. Ну, мигал, я знаю. Ты куда бросил? Сейчас к тебе брошу. Обо что? Ну, все бежит. Нет, нет салюта, нет. Нету, он кончился. Они обманули сейчас. Видишь, тихо. Ба, какой трусишка. Светится в темноте, да? Да, да. Я буду понимать. Давай, я буду бросать. Давай. Хитрая бабуля. Давай, нет, я буду бросать, он хорошо летает. А ты мне подноси. А я буду понимать.